Каждый из нас ежедневно проводит время в интернете. Мы общаемся, ищем информацию и что-то покупаем. И сегодня все больше людей понимают, что в интернете можно не только развлекаться, но еще и зарабатывать. Каждый из нас хотел бы научиться получать доход, не выходя из дома, самому планировать свой график или работать в путешествиях. Именно поэтому словосочетания «работа на дому» и «бизнес через интернет» с каждым месяцем набирают все больше и больше поисковых запросов. В Яндексе эти словосочетания сейчас набирают более 700 тысяч запросов ежемесячно. Ну а спрос, как известно, рождает предложение.